на фуникулёре. Вот поднимаемся по канатной дороге в Алании на какую-то гору. Там будет обзорная площадка. Приехали вот в Аланию на обзорную экскурсию. По 14 долларов заплатили. Вот тут вот пляж Клеопатры. Считается в Турции самый крутой. Но ничего такого крутого я не увидел. Немного чище, чем у нас песок. И не песок, чуть-чуть. А мелкая галька. Вот закат. Ага. Такой красивый. Прикольно. Какая-то тут пещера, мы не пошли. Стоит $1.5 заплатить. Ну, в маленькой зашли люди там. Подышали. Вспотели, вылезли. Духота. Духота и этот. Нам хватило в Акубе пещеры, которая 2 часа. Он пляж, так-то ничего, 4 километра, говорят, протяженность пляжа. Пляж Клеопатра. Да, по преданию тут Клеопатра купалась. Но никто не видел. Никто не видел лично. Ну, так-то, конечно, весело. Так застроен город, да? Mm-hmm. Такие в основном однотипные дома. Ну, коты у них везде. Смотрю, даже на горе лежит котик. Изгнали его из стаи. Изгой. Вон там еще один. Их тут, вон тут дома. Ага. Вот так кажется, что мы в трубу едем. А, там на горе крепость, он и говорил. Крепость какая-то. Крепость. Закат красивый. Ну, люди на горе живут на самой... Как они там? А, ну вон дорога идет. Ну, пока вот поднимешься, это... спускаться тормоза, сотрешь колодки. Сумку тогда не забыть выходить. Там без сумки. Потом придется ждать. Нормально в ноябре здесь, тепло. Да вот. Ну, люди вот с нами ездили, они говорят, только в ноябре едем, в начале ноября. Во всех магазинах распродажа, дают по смешной цене. Вообще, вот маску мы покупали во всех магазинах при отеле, которые будут дольше работать. Она стоит $20. Кожаная. Кожаная такая маска на стенку вешается, там женщина в паранже. Вот. Угу. Где какие магазины закрываются, мы нашли эту же маску, мы купили за $7. Разница колоссальная, считаю. Да. $13. Это хорошие ботинки, которые тоже были 30 мокасины. В этот день они закрывались, мы взяли за 17. В общем, в ноябре хорошая распродажа в Турции. Магниты вообще отдают за бесценок. Уже готовы 4 магнита за доллар отдать. Угу. Ну, вот среду, и народу на пляже вообще никого. Пойдем на рынок, приездной тут рынок по среду. Скоро приедем, уже осталось чуть-чуть. Будем ждать сейчас.
Ну как? Местную красоту. Море. У меня такое ощущение, что уши заложены. Высоко, над уровнем подняли. Море. Эта канатная дорога была только в том году открыта. Итальянские инженеры строили ее. А так люди бедные поднимались пешком. Кто хотел посмотреть эту крепость. Эту крепость. Потом так. Крепость. Ага. До следующего видео. Все.